Наводнение во Вьетнаме унесло жизни 10 человек. 10 человек погибли, 8 числятся без вести пропавшими в результате наводнения и оползней в северной провинции Вьетнама Йенбэй. В результате наводнения, вызванного тайфуном Шантинь в северной провинции Вьетнама Йенбэй погибли 10 человек, сообщают в субботу, 21 июля, местные СМИ. Еще 11 человек получили ранения, а 8 пропали без вести. В безопасные места эвакуированы жители около 700 домов. В результате удара стихии разрушены 97 домов, уничтожено более 1,9 тысячи гектаров урожая. Жертвами наводнения в Нигерии стали более 40 человек. Ранее сообщалось, что в Японии жертвами мощного наводнения стали 222 человека. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.com.